своему выступлению, мы хотим сказать несколько слов об огромном масштабе нашего смотра конкурса. В нем приняли участие 8 таможенных управлений, 9 таможен непосредственного подчинения Федеральной таможенной службы Российской Федерации, Российская таможенная академия и все ее филиалы. Итого более 7 тысяч человек на протяжении всего года боролись за право участвовать в нашем гала-концерте. Одними из этих счастливчиков стали представители Саратовской таможни, артисты инструментального коллектива «Саратовская гармоника». И сейчас они продемонстрируют для вас номер «Волжская полька». На сцене представительница.